Приветствую всех на канале Gaming Social TV. С вами, как всегда, я Вин Ультра, и это уже такое, знаете, у нас видео-гайд. Есть такое задание, опять Малака. Задание наследия. Это последнее задание наследия, ибо многие заговорщики пали от рук Кассандры, но для жителей Греции и Ордена Древних было принесено еще немало сюрпризов. Это намек на продолжение. И помимо вот этого продолжения есть вот такое вот задание, называется. Кассандра получила еще одно письмо от Энтида Гордого. Он снова обещал сокровище и выдвигал требования. Либо вот это задание пройдет тогда, когда мы пройдем вот это вот опять Малака, или же оно у нас останется до новой главы. А в этом видео я вам расскажу, в принципе, где найти все 4 места. Если все-таки это видео вышло, значит, я нашел. Если нет, то простите. Значит, вы это не увидите. В общем, погнали. Сейчас я по щелчку пальца, как всегда, перемещусь в нужное место, где мы найдем первое спрятанное сокровище. Оп! Так, вот мы нашли первое место. 4 острова, ребята. 4 острова. Единственное 4 острова у нас. 1, 2, 3, 4. Вот они, 4 острова. Я так полагаю. Давайте, сейчас у нас загорелась Икар. Я пришла. Да, вот, вот наше первое. Первое сокровище. Как я и говорил, сейчас по щелчку пальца все у нас и будет. Все как всегда в лучших традициях меня самого. Ну, давайте посмотрим, что же там у нас такого. Область исследования. Оп, я тут, ребят, не поверите, где. Вот прямо за этим деревом. Вот она, середина острова. И вот сюда идете, и вот здесь вот лежит первое сокровище. Куриные яйца. Вот так вот. Сейчас я подбегу ко второму сокровищу и вернусь по щелчку пальца. Итак, ребятушки, я посетил второй остров. Второй остров в моем понимании. Вот я иду. Вот так вот, слева направо. Второй остров. И вот здесь находится у нас закладка. Тут, кстати, еще враги есть, которые ищут. Их трое, и убиваются нелегко. И здесь у нас казинный сыр, красное яблоко. Оригинально, однако. Ну, давайте тут сразу не отходить от темы и найдем еще один остров маленький, в отличие от тех. И находится недалеко, поэтому давайте сразу перейдем к следующему непосредственно... следующей закладке. Здесь уже нету врагов, и где-нибудь в кустиках, наверное, лежит. Так, пока не вижу. Да, вот здесь в кустиках, ребятушки, лежит на третьем острове. Третий остров у нас вот он. Да. Все. И сейчас по щелчку пальца мы перенесемся на последний остров. И начнем мы с карты обозревать этот остров. Но он на самом деле вон он, отсюда видно. В общем, оп. Телепортировались. Ну что ж, вот она, последняя кладочка. Находится она у нас вот на этом острове. Я еще раз повторяю, что я шел слева направо. А находится она прям вот под этим белым деревом. Вот прям вот здесь вот. Давайте берем. Опа, мало. Опять Малака. Вот так. Вот так вот спокойненько мы выполняем задание. И как мы уже видим, не цель текущего задания — познайте свое наследие. Что она хочет этим сказать? А это она нам хочет сказать, что нужно ждать продолжения данного эпизода. Потому что тут больше ничего нет. Хотя, пишите в своих комментариях, может просто на все пройти. Хотя, я думаю, что это не так. Ой, в общем-то, как-то так. 4 острова, ребятушки, проходите. А всем спасибо за просмотр. С вами был Вин Ультра. Встретимся уже в следующем дополнении, которое я буду проходить. Пока не знаю, какое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вы были на канале Gaming Social TV. Gaming Social TV. Пока-пока.